И вот настало время обеда. Мы обедаем в среднем течении реки Булаксу над водопадами и под водопадами. В общем, между водопадами. Справа от нас скальный пояс, который называется Чертов палец. Тропа проходит вниз. И сегодня у нас на обед котлеты из рыбы, из вьюна. Вьюн — это рыба, которая, так, другое название, оголец, живет в наших реках Средней Азии, в России тоже. И запивать мы это будем все маленькой дозой коньяка Узбекистан. Ну что ж, приятного аппетита, Алексей и Дино Мачезе.